Господи Иисусе Христе, Сыне родный, изначально Отца Терехал, Патричный, все Твои, как без меня не можете творить ничего. Господи, мой Господи, веры души, сердце, так Бога Бога, помоги рабом Твоим назовите имена и своих сродников, близких и дальних, всех труждающихся обремененных. Все дела ими начинаешь, всякое доброе дело ими начинаешь. По Тебе самом совершите во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Умиротворяющая молитва в Рождество. Благодарим Тебя, Владыка, Человеколюб, Царя, Веков, Подать, Благих. Разрушив вражды, стыда семьи, подавши род человечества. Даровши ныне мир рабов, Ты им находишь. Назовите имена своих и близких своих, кто находится в ссорах, недоразумениях и в разных нестроениях. Корни страх твой друг от друга любовь утверди, ко всем всякую раскрю, а ты вся разглаз соблазны, к тьме рождения славу славу. Отцу и Сыну Святому Духу наипресно веков. И на здравие. Также называйте всех, которые скорбящие, болящие, которые не могут приехать сюда в больницах, в темницах, и всякую душу по злобью. Немощи, помощи требуешь, в больницах, в темницах посетить, заблудших, остав на путь правильный, открыв Господь Евангелие правды. Помоги, Господи, спаси всем православным христианам, и силу Твою здравия, спаси всем людям на земле подашь, и по благе человеку любви. Владыка, все держите, врачу душ телес мира, вознося наказы, пак исцеляй. Раб Твоих, назовите имена, немощи сужи по всеми, все прости, вместо Твоей исполнить, целить врачбы. Исцели их, поставляй дра немощь, забри духу немощь, забри духу немощь, забри духу немощь. Забри духу немощи, забри духу немощи, забри духу немощи, забри духу немощи, забри духу немощи. Оставь мне всякую я, вся болезнь, вся туран. Вся я не весь рясевить, сочнее совершить беззаконие. Ослабь, остав прости творчиха любви. Ей, Господи, создатый Христос Господь наш, и преподавай державы великолепия, ныне и присно вековами. Распяшусь о Тебе, Христе, погибем учитесь. Побрана бы сила вражья, ниже бы ангел, ниже человек. Но сам Господи спас нас, на слава Тебе, слава Отцу и Святому Духу. Искупил над клятвы законы и честнотой крови. На кресте пригласись, к опедем работать. Без смерти источился, спас наш, слава Тебе. И на еврис на векоме, и к опедем в ребрах и всем прободыть. Это же брат человек созданный. Павел с человеком бывший, но на кляд освободилась во имя Отца и Сына Духа Аминь, во имя Отца и Сына Духа Аминь, во имя Отца и Сына Духа Аминь. И заклинательную молитву демонического наваждения. Бог Богов и Господь Господей огненных чинов, Творец и бесплотных сил хитрец, и небесных над небесных художник. Его же не видя ни день же человек, ни же видеть и может. Любоящийся тварь, разгоревшийся иногда архистратига за свою службу слушания, отверг сверх на землю. И с ним ангелы бесы злобы бывшие, вот он бы на престол не предал. Даже заклинанием о страшном имя Твое совершаем, угрозами владыцы лукавства. И всем с поспешником я спасущий светлость. И обрати, я набежаю, обрати, я набежаю, обрати, я набежаю, обрати, я набежаю. Обрати и набежай, 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 обрати и набежай. Обрати, я набежаю, обрати, я набежаю, обрати, я набежаю. Забыв живот, иди оттуда, дабы ничто же вредно в образ знаменных содеял. Но добримся крепость знаменовая наступание, на змею на скорби, на всю силу вражью же повелел. Твои пацаны влечаются, задыхаются, страстлазывают, честное великолепие имя Твое.
Отца и Сына Духа Непресновековыми. Распевшийся Тебе, Христе, погиб и мучись, попрана бы сила враг. И живал, и человек на сам, Господь, спас, и слава Тебе. Неопустительно кушайте, когда бываете вы в домашних условиях, в святыне, кусочек просфоры маленький и чайную ложечку святой воды. Капля моря освящает. Читайте неопустительно Отче наш Богородица, садясь, кушая пищу. И крестите стол во имя Отца и Сына, и Святаго Духа Господь благословит. Помните, что освящается пища молитвы, и нездоровое становится здоровым. Напоминаю всегда, что все болезни заключены в некачественных продуктах. Молитва освящается всяческая. Да благословит вас Господь веру и пование на Господа нашего Иисуса Христа, ангелов хранителя.